Ну вот, пришла наконец-то родименькая 428 HD цепь для мотоцикла. Почему тут 132 нету? Не понимаю в этой маркировке. Ничего не понимаю. А, вот, 132. 132 зуба, все в порядке. Внешне она вот так выглядит. Золотая, говорят, усиленная. Сейчас пойду ширину мерить. По ширине подойдет, нет? В общем, в этом видео меняю цепь на мотоцикле Racer RS250CK Nitro. В общем, мой китайский мотоцикл будет получать новую цепь. Старая цепь уже совсем длинный-длинный. Одену перчаточки, чтобы потом легче было руки отмывать от смазочек, от маслица. Там же цепь вся в масле. Перчаточки остались еще от Delivery, когда пандемия была. Так, берем мои нехитрые инструменты. Надеюсь, их будет достаточно. Все, вот моя цепь. Сейчас ее будем снимать. Для начала нам нужно ослабить вот этот основной болт, на котором держится колесо. Откручиваю я его обычно с той стороны. Вот здесь он откручивается очень хорошо. Затем открутить вот эти вот надо будет шпильки. Но это уже потом, когда будем ставить цепь. Можно сразу это сделать, ослабить. И еще предстоит добраться вот здесь до звездочки. То есть вот эти вот надо болты будет раз, два, три болта открутить и вот эту вот крышку снять. Надеюсь, я правильно думаю. Она же вот в этом месте вроде раздельная. Вот эта часть отдельно, а это отдельно. Так что вот это тоже откручиваем. Головка здесь на 17. Кому интересно. Друзья, ну а закупать мотоэкипировку я советую у проверенного продавца. Зовут его Александр. Аккаунт у него на Авито находится. Вот у него 59 активных объявлений, но на самом деле товара у него больше. Здесь представлен не весь товар. Часть товара я у него уже покупал. Покупал подшлемник, только зимний. Покупал моточерепаху, только была она тогда дешевле. А грузики руля у него есть, я их не покупал, но вот может кому-то надо. Также вот себе присмотрел джерси, интересная есть, Starks. Ну, можно одевать поверх черепахи летом, такая летняя футболка. Также вот мне понравились еще мото-джинсы, но пока денег на них, к сожалению, нету. Ну а у тебя, если деньги есть, переходи, ссылочка на профиль в описании под этим видео, выбирай себе товар, какой тебе понравится, и называя промокод волонтер, получишь дополнительно 5% скидку на любой товар, который продает Александр. Так, теперь самое интересное, вот эту вот крышечку надо открутить. Никогда ее не откручивал. Здесь головка на 8 по диаметру идет, но она нужна длинная. А у меня вот видите короткая. Не подходит, не вставляется никак. Может быть у меня есть длинная, но навряд ли. Короче, кажется, я попал. У меня вот на 7 есть. А на 7 не подходит. Нужна вот такая, короче. Но на 8. Вот этот ключ у меня на 10. Все, ремонт окончен. А не, его нашел. Оказывается, у меня есть головка. Ну, в принципе, она легко вот так вот снимается. Ого, ничего себе. А разве так должно тут быть? Столько смазки. Мне кажется, не должно тут такого быть.
Кстати, можно зубья на цепи будет посчитать заодно на звездочке. Так, сейчас нам надо вот эту вот цепь разомкнуть. Вот этот замок. Я думаю, размыкать его лучше будет на заднем колесе. Вот в этом месте сейчас мы его сюда переместим. Таким вот образом, нехитрым. Вот. И как-то надо его будет расковырять сейчас. Разжать. То есть в этом месте он должен разжаться. Ну и будем разжимать его подручными какими-то средствами. Не знаю, как это делается. Наверняка должен быть какой-то специальный прибор. Но у меня его нету, поэтому буду ковырять отвертками, мучиться. Вот так вот он выглядит, когда уже снятый. То есть его надо так вот как бы растягивать, разжимать. Так, теперь надо вот эту шайбу снять. Вот еще одна такая деталь. Ну а дальше просто звено вот так вот выдавливаем. И вот так вот оно вытаскивается. Как говорится, ломать не строить, да? Снять получается. Вот такая колбаса получилась у меня. Ну, новая цепь, она идет такая вот собранная. Надо тоже размыкать. Одну сторону приподнимаю. Вот здесь. И потом пытаюсь вот так вот провернуть. Не знаю, правильно это или нет. Но вот так вот в сторону. Вот. Потом он вот так вот снимается легко. Вот такая вот колбаса получилась. Вот здесь я ровно концы поставил. Хочу длину сравнить. И вот новая цепь, видите, насколько она короче старой. Это хорошо. Главное, чтобы новая цепь не была такой же длины, как старая, либо длиннее. Вот. Вот настолько получается растянулась. Все, теперь ставлю. А, подождите, ставлю. Перед тем, как поставить, надо же здесь запомнить, сколько зубьев, потому что в следующий раз цепь буду покупать со звездой. А почему так болтается? Разве так должно быть? Мне кажется, она на зубьях должна держаться, да? Такое чувство, что звезда не на месте стоит. Ладно, она же работала, так и оставим. Короче, зубья считаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 зубьев. А задняя не знаю. Знаю, что она на 4 дырки задняя. Сейчас вот эту вот фигню буду выковыривать. Грязь. Так, ну для того, чтобы было куда эту грязь собирать, принес вот такой вот грязеприемник импровизированный и салфеток. Берем отверточку и вот таким вот простым движением все это дело убираем. И так до тех пор, пока здесь не будет у нас более-менее чисто. Ну, по крайней мере, чтобы вот этих лохмотьев тут не было. Так, ну стало намного чище. Идеально не буду, но основную грязь убрал. Блин, но звезда болтается. Разве так должно быть? А? Не могу понять. Ну, сейчас еще вот эту вот крышку надо почистить. Вот отсюда тоже все выгрести. О, тут вообще какой смак. Смачные кусочки.
О. Ну, думаю, теперь так будет получше, да? Полегче будет цепи крутиться. Ну, теперь, как и говорил, надо вот эти вот шпильки, гайки в это положение перевести. Кстати, видите, вот здесь вот такая вот металлическая пластина, которая все держит. Я ее снял. Смотрите, она какая выгнутая вовнутрь. То есть я так сильно гайки тянул, что она аж выгнулась вовнутрь. Я думал, что здесь еще запас хода есть у этой оси. Видите, здесь такой пазик. А она, оказывается, здесь уже уперла в раму. А я все тянул гайку здесь. Вот эту всю систему я тянул. И поэтому загнулась вот эта вот штука. Сейчас ее выпрямим молоточком. Что-то немного перестарался. Теперь в обратную сторону. Ну вот, почти ровная стала. Да, пойдет. Наживляем гаечки. Тоже это откручиваем. И вытаскиваем вот эту пластину, выпрямляем ее. Ну, в вашем случае она может быть и прямая, но в моем случае, видите, я перетянул в прошлый раз по незнанию. Поэтому мне приходится выпрямлять. Кстати, я большой фанатик все смазывать. Видите, там болты, соединения ржавеют. Поэтому давайте туда маленько смазочки добавим. Чтобы это у нас меньше ржавело. Не повредит. Немножечко совсем. И с этой стороны то же самое. Колесо теперь свободно ходит, как хочет. Вот этот паз. А с той стороны что-то мешает. А, ну с этой стороны тоже ходит все. О, свободно. До конца вперед можно продвинуть колесо. А потом затянем. Сейчас надо цепь завести сюда и туда, как она раньше была. Так, ну все, завел цепь. Начинал ее отсюда заводить кончиком и туда потихоньку вот так прокручивал, протягивал. Вот. Сейчас здесь нужно в этом месте снова состыковать замок. Сразу хочу сказать, что цепь можно было взять на эту модель 131. Видите, одно звено лишнее. То есть еще хватает места, чтобы еще одно звено убрать. Буду думать, как убрать одно звено сразу, чтобы потом лишний раз не снимать и не менять цепь. В общем, друзья, на данную модель мотоцикла нужна цепь 131 звено. Не знаю, бывают такие или нет, но вот 428 цепь, 132 звена, она оказалась длинной в моем случае. Я сейчас думаю, как укоротить ее на одно звено. Понравилось видео, задавай вопросы в комментариях под этим видео. Подписывайся на канал, здесь я рассказываю о мотоэкипировке, моторемонте и о курьерской работе, так как я работаю курьером. Пока, друзья, до новых встреч!